Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. Сегодня у меня на канале информационный ролик. Я вам расскажу, а также покажу, как люди фармят самоцветы в огромных количествах. Прежде чем я начну, 25 тысяч просмотров за сутки набирайте, я вам делаю розыгрыш на звездный абонемент, либо же набор конца года. Решать вам. Напишите в комментариях, что от меня хотели бы вы получить. А также вам нужно поставить палец вверх и обязательно оформить подписку на мой YouTube канал и открыть ваши подписки на YouTube. И обязательно подписаться на мой Telegram канал. Буду проверять на все выполнения. Условия. Что-то не сделали, сорян, отдам другому человеку ваш приз. Но если вы испытываете проблемы с покупкой звездного абонемента, либо же FK Points, то все можно покупать официальным путем через меня, через мой магазин. На вашу первую покупку FK Points удваиваются. Например, вы покупаете 10 тысяч FK Points, на выходе вы получаете 20 тысяч FK Points. Покупаете 5 тысяч FK Points, получаете 10 тысяч FK Points на свой баланс. У меня в магазине вы также еще сумеете найти акции конца года и приветственные предложения, где у вас будет шанс выбить карточку, начиная от рейтинга 89 по 95. И в дополнение к этому всему, FK Points начинают с 750 и по 15 тысяч FK Points. Покупка у меня в магазине доступна для всех стран СНГ. Ну а после совершения покупки у меня в магазине, вы еще и получаете подарок. Ссылка на мой магазин находится в описании. У нас недавно в игре произошел баг пути мастера, где вы прошли 4 раза круг, вы должны получить бесплатно подарок. Но вместо того, чтобы вы забрали его бесплатно, eSports поменяли на 300 FK Points данный подарок. И как же произошло? Многие пользователи по ошибке могли потратить свои FK Points, накопленные либо купленные, на бесплатный набор, который должен быть бесплатным. И случилось так, то, что в этом наборе выпал бич 85 рейтинга. eSports об этом уже знают, они исправили данную ситуацию, вернули обратно все на свои места, поставили после прохождения 4 кругов бесплатный подарок. Теперь вы можете все бесплатно забирать, но появилось сообщение о том, что eSports хотят сделать для всех нас компенсацию. Тех людей, которые воспользовались этим багом и которые потратили 300 FK Points, возможно, они получат компенсацию. Но это дело отследить почти невозможно, и поэтому большая вероятность, то, что все мы получим компенсацию за то, что те люди, которые воспользовались этим багом, потратили 300 FK Points. Я лично тоже потратил в самом начале 300 FK Points, когда eSports запустили данную ошибку. Поэтому огромнейшая вероятность, то, что все мы сумеем получить бесплатную компенсацию за тех людей, которые воспользовались данным багом. Так что ждем не дождемся, надеясь на то, что eSports нам выдадут какую-то годноту. Переходим к следующей информации. Спустя 3-4 недели нас ожидает выход глобального события под названием TOTY. Команда года. Это будет одно из самых масштабных и самых крутых событий за всю историю FK Mobile, потому что еще в FK Mobile не было ни разу события TOTY. Я вам что хочу сказать. Оставьте все ваши самоцветы сейчас, начинайте их копить. К выходу новенького события они вам пригодятся, и тратьте только, когда у нас выйдут в игре Ultimate TOTY. В начале события TOTY там будут топовые игроки, но тратить самоцветы нужно будет на ультимейт TOTY игроков, потому что там рейтинги будут начиная от 97 по 99, либо возможно даже 100 рейтинг. ХЗ точно как будет, но обещаю, что события TOTY и ультимейт TOTY вам понравится 100%. А вы напишите прямо сейчас в комментариях, какие у вас ожидания от события TOTY. Связался я с человеком, который продает способ по накрутке самоцветов. После этого он мне не отвечает длительное время, я ему еще пишу знаки вопроса, и последовал ответ, то что якобы в Дискорде расписано то, что это безопасный способ, и за это вас не будет ждать никакой блокировки. Я у него спрашиваю, что нужно для этого способа. Он мне пишет, Android либо компьютер. Если это компьютер, вам нужно будет скачать эмулятор. Если это Android, вам нужно будет скачать программу Game Guardian и дать доступ этой программе от создателя. Потому что если вы не являетесь создателем, то вы не сумеете скачать себе эту программу и пользоваться ей по полной программе. Я у него спрашиваю, Game Guardian нужно? Он говорит, да. Спрашиваю, точно нету блокировки за этот способ? И он мне, что? Он перестает мне отвечать на все мои сообщения, вот. Но, как получается, я смог для всех вас найти вот эти вот файлы, с помощью которых можно все это делать и можно себе фармить самоцветы. Но все же, я скажу то, что этот метод не безопасен на все 100%. Давайте так, если вам реально этот метод нужен, то я создам у себя в Телеграме опрос для всех вас, и вы напишите, сливать мне данный способ.
солью его у себя в Телеграме, если реально будет много желающих, чтобы вот прям затестировать его и использовать данный способ. Но все это нужно делать на свой страх и риск, потому что за такое вас могут просто-напросто взять и заблокировать. Этот способ вас не защищает от блокировки на 100%. То, что он пишет, что 100% гарантия, типа, безопасно, это не есть так, потому что это взлом идет. Прежде чем я вам покажу способ, как люди фармят в огромных количествах самоцветы, есть легальный способ, с помощью которого вы сумеете за месяц нафармить 100 тысяч самоцветов, но при этом вам нужно будет выполнять все ежедневные испытания, которые для вас в итоге есть в спорте. Данный скриншот в хорошем качестве я закину всем вам сегодня у себя в Телеграме, чтобы вы смогли на него посмотреть, и плюс я вам еще перевод сброшу, что вам нужно будет сделать, потому что это все написано на английском языке, и там все расписано, что вам и как вам нужно пройти для того, чтобы получить 100 тысяч самоцветов за месяц. Но вот теперь тот самый способ, с помощью которого фармят огромное количество самоцветов читеры. Этот способ работает только на Андроиде. Если у вас iOS устройство, никак вы этого не сумеете сделать, потому что iOS взломать, к сожалению, нельзя. Вот таким вот образом люди получают огромное количество самоцветов. Соберем сразу все и посмотрите, сколько же самоцветов ему дается. 160 тысяч. Это дохрена. Я напомню то, что за такой способ фарма самоцвета вас всех могут заблокировать, так что обязательно учтите это. И если вы напишите мне то, что не нужно сливать способ в Телеграме, то я этого не буду делать. Это он делает с помощью того, что заходит в другую игру, там включают Game Guardian, и с помощью Game Guardian там проходят испытания, которые вы должны пройти в игре, и за них вы получаете самоцветы. После этого вам нужно будет связаться с поддержкой той игры, дать доказательство то, что вы прошли те испытания, и вам тогда они начисляют самоцветы. Ну это, конечно, супер интересно. Сейчас вам покажу, как это все происходит на деле. 230 самоцветов вы видите, нажимайте сюда. Если вдруг у вас реклама не работает, я вам сброшу подробную инструкцию сегодня у себя в Телеграме, как сделать так, чтобы у вас работала реклама в игре. Выбирает он одну из игр, которые нам здесь представлены. 25 тысяч самоцветов. Что нужно сделать? Нужно собрать там 300 тысяч монеток. Нажимает туда. Заходит в Play Market, скачивает эту игру. Так, давайте перемотаем чуть-чуть, чтобы много времени не тратить на это. Я подробный видос перезакину у себя в Телеграме сегодня вечером. Я все ссылки, все вам покажу, чтобы вы знали, как это все происходит с помощью видеоролика этого человека, который взламывает игры. Так что все будет у меня в Телеграме сегодня. Зашел он в эту игру. Дальше он включает Game Guardian. Игра проходится. И с помощью того, что он проходит эту игру, он фармит себе монетки. В программе он сейчас будет вписывать количество нужных для себя монеток. 20 штучек. Нажимает сюда. И умножает это все. Загружается. И сейчас у него на балансе будет нужное количество монеток, для того, чтобы он получил самоцветы в подарок. Но за такие действия вполне возможно то, что его могут заблокировать. Так, сколько на балансе? 40 штучек. Дальше он вписывает 40 и так далее. Уже 300. Тысяча. Ни хрена себе он. Я с вами это все впервые смотрю. У него на балансе в той игре 300 тысяч монет. И теперь здесь он может получить награду. Пишет то, что он прошел испытание. Сбрасывает скриншот с той игры. Сбрасывает свой адрес. Они перепроверяют. Смотрят то, что у него там 300 тысяч монет есть на балансе. И они ему начисляют самоцветы. Что скажете, как вам такой приколясик? Грубо говоря, как получается, он использует программу Game Guardian в другой игре, там где нужно нафармить определенное количество монеток, там каких-то ресурсов и так далее. После того, как он там нафармил,
Он заходит в то, что выполнил данное испытание, сбрасывает скриншот, свой email, показывает то, что у него реально там есть это количество монеток, либо ресурсов на балансе, и ему eSports начисляют самоцветы у нас в игре. Я вам сброшу данный видеоролик и данные программы, то, что он там понаделал у себя в Телеграме, если вам, конечно, это будет интересно, если я вижу огромный актив. Но смотрите, друзья, за такое еще могут заблокировать. Я не знаю, как делать, поэтому я сейчас в замешательстве. Если напишут мне много людей то, что не нужно это все сбрасывать, тогда, конечно, я не буду сбрасывать. И лучше все оставим как есть, чтобы ваши аккаунты остались в неприкасаемости, никто вас за это не заблокировал. Поэтому будем решать, будем думать, все будет зависеть от ваших комментариев, от того, захотите ли вы реально, чтобы я вам это показал, либо же нет. Все сброшу у себя в Телеграме, если вы скажете то, что надо. Так что такие дела. Большое спасибо каждому из вас за просмотр, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, комментируйте. И не забывайте принимать участие в конкурсе на звездное абонемент, либо же на набор конца года. Решать вам. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!